последних числах июня Ренийская городская больница получила в качестве гуманитарной помощи из Израиля диагностическое оборудование для лаборатории. На днях пришла еще одна посылка. На средства бывших жителей Рении, которые уехали на землю обетованную, закуплено оборудование для отделения хирургии. Это новый сухожаровый шкаф. Поскольку имеющиеся в наличии сухожары уже часто выходят из строя. Группа волонтеров с Израиля, Соня Королева-Шапира, Петр Королев, Мария Фадеева, Дмитрий Белоусов. Мы обратились опять к ним для того, чтобы приобрести также медицинское оборудование для нашей хирургии. Сухожаровый шкаф – это аппарат, который осуществляет стерилизацию инструментов. Ну и без него невозможно добиться идеальной стерильности, ну и тем самым безопасности наших пациентов. У нас эти сухожаровые шкафы довольно старые, были парочку новых закуплены, которые очень быстро вышли из строя. Вот. Они жизненно необходимы для работы хирургического отделения, в принципе, ну, как и, может, и для других отделений, но мы больше всего в них нуждаемся. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом проекте. Они сделали большое дело, они это сделали не только для нас, для всей нашей громады. Неизменно буду повторять слова благодарности всем тем людям, которые на сегодняшний день это делают. Обращаюсь ко всем неравнодушным, особенно к предпринимателям, особенно к тем людям, которые сегодня, у которых есть возможность заработать денег. Будьте милосердны, помните, что вы не кому-то это делаете, вы это делаете в первую очередь себе.